Для того, чтобы пополнить рублевый счет с помощью Telegram-бота, зайди в сам бот. Нажми меню и затем перейди в кошелек бота. Далее нажимаем кнопку «Ввод» и выбираем «Ввод рубля». После этого на экране сгенерируется QR-код для оплаты. Сделай скриншот своего экрана. Как это делается, смотри в руководстве пользования своего телефона. После этого необходимо зайти в банковское приложение, которое умеет производить оплату с помощью считывания QR-кода. Я выбрал приложение Сбер. Звучит как реклама, но это не она. Переходим в платежи и выбираем оплату по QR-коду. Тут есть возможность сфотографировать код камерой телефона, либо выбрать файл с фотографией кода. Нажимаем «Выбрать файл» и ищем скриншот, который сделали ранее. Подгоняем картинку в рамки, код считывается и отправляет нас на страницу оплаты. Выбери свою карту, затем обязательно введи свои данные, чтобы платеж не был случайно потерян, введи нужную сумму для пополнения и учитывай, что у каждого банка есть своя комиссия. После того, как данные будут обработаны, переведенные средства появятся в личном кабинете. Для этого нажми «Кошелек» и перейди во вкладку «Рубль». Средства поступили. Как видишь, это очень просто. Пользуйся.